Известно, что на границе раздела диэлектриков два диэлектрика с относительными диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2. Силовые линии напряженности электрического поля Е преломляются в первой среде Е1, во второй среде Е2. Надо, используя условия на границе раздела двух диэлектриков, выяснить, какая из относительных диэлектрических проницаемостей больше, ε1 или ε2. И щелкнуть по правильному ответу. Это вас приведет в другой видеоролик. Для того, чтобы щелкнуть, вам необходимо остановить видеоролик, нажав либо на символ паузы внизу под экраном, либо просто щелкнув по экрану. И в этот момент выбрать правильный ответ.